давний друг и союзник тигра. А поэтому 2022 год для него время надежд, свершений и открытий. Лев, как всегда, должен быть настойчив, силен и нацелен на успех. Этот знак добьется всего, чего захочет, при этом может попробовать себя в новых направлениях. Однако жизнь Льва в 2022 году не будет безоблачной. Ему нужно проявлять усердие, работать до седьмого пота, подобрать надежную команду союзников, которые будут разделять его взгляды. После этого он может только рассчитывать на достойное вознаграждение. Необходимо тщательно подойти к вопросу выбора собственной команды. Однако всю свою важную работу Лев должен выполнять самостоятельно, учитывая собственные возможности. Любовные отношения в этом году словно будут заморожены. Лев настолько будет погружен в рабочие дела, достижение целей и результатов, что даже отношения с родителями уйдут в небытие. Что совсем, не очень приятно. Для родителей всегда нужно находить время, но у него и его не будет. Поэтому здесь не исключены ссоры и отсутствие взаимопонимания. Для того, чтобы сохранить дорогие вам отношения, а также построить крепкие новые, необходимо понимать, что Лев далеко не пуп земли. Чтобы любимый человек чувствовал себя рядом с вами хорошо, нужно уделять ему внимание тоже, а не только себе, своей личности и своей работе. Семья, как бы не банально звучало, должна стоять на первом месте, а потом уже работа, но никак не наоборот. Постоянно трудясь на работе, можно потерять семью. И это касается как мужчин, так и женщин, здесь без разницы. И старайтесь время находить на своих родителей. Когда родителей не станет, вы поймете, насколько вы одиноки в этом мире. И как вам тяжело без их поддержки. Даже если они вас беспокоят, скажем, в минуту, когда вам неудобно. Находите время для родителей.